Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня есть мое видео, которое называется «Кто мой новый питомец?». Итак, начнем. Что же мне делать? Ну, поем кексики свои любимые. Какие они вкусные. Молочка попью. Ой, извините. Всем привет! Вы меня помните? Это я, Рарити. С того времени, как последний раз я встретилась с вами, все очень изменилось. Моя кошка подросла. У меня появились новые игрушки. Моя сестричка немножечко подросла. И уже умеет ползать. Ну и немного говорить. Моя мама... Да моя мама, в принципе, не изменилась. Но что-то подозревает, что мама от меня что-то скрывает. Я думаю, у меня будет новый питомец. Потому что... Рассказываю. На днях, когда мы водили нашу кошку к ветеринару, то тогда мы не знали, что с нашей кошечкой. Она просто себя плохо чувствует, но нам врач сказал, что это просто она лапку там как-то немножко это занозу получила. Но ничего страшного. Когда мама разговаривала с доктором, то вот что я услышала. Так, ну что ж, с вашей кошечкой все в порядке. Она себя чувствует прелестно. Ой, это хорошо. Ой, мамочка, я так волновалась. А вдруг с Мусей бы что-то произошло? Ну, скоро тебе вообще не надо будет волноваться о ней. Ну, я так думаю. Что? Тогда я подумала о самом худшем. Я думала, мою бедную Мусю отдадут. О, я так испугалась, но... Вдруг вот что я услышала на днях. Тоже было очень странно. Я пришла после школы. На-на-на-на-на-на. И тут услышала разговор мамы. Да, да, конечно же куплю. Ну да, да, он же такой милый. Да. Адрес записать? Все. Так, сейчас. Диктуйте адрес. Все, да, я записала. Что? Это... Новый питомец? Ух ты ж, как здорово! Надо будет потом дочке рассказать. И вот так вот я узнала, что у нас будет новый питомец. Но какой мама мне еще не говорила. Я попытаюсь узнать у нее сегодня, что это за питомец. Ну, может быть, и она сама мне скажет. Но я сомневаюсь. Надо спросить. Мамуль! А, да, ой, да, доченька, чего? У меня просто такой, как бы, как тебе бы сказать, вопрос. Я просто узнала, что у нас вроде как будет новый питомец. Ну да, ты угадала, у нас будет новый питомец. От кого ты узнала? Да я сама подумала так. Просто, ну, как бы, мне показалось так, по твоему поведению. Ну да, у нас будет новый питомец. Ты не ошиблась. Мамочка, а кто это будет? Это мальчик, это девочка, это собачка, кто это? Это хомячок, он пушистый, он лает, это кот, это не кот, кто это? Мама, какого цвета? Ой, доченька, слишком много вопросов. Ну, мамочка, ну скажи, отвечу только на два вопроса. Я не могу тебе сказать все же, кто это такой. Это сюрприз будет. Сюрприз, питомец! Ну да, да, скажу только, это будет мальчик. Здорово, у нас никогда мамочка мальчиков не было. Ну да, поэтому я и говорила, что это будет особенный питомец. Мамочка, ну почему ты говорила, что тогда мне не придется за Мусю так волноваться? Ну, этот питомец, я думаю, тебе очень понравится. Вау, наверное, будет самый крутой питомец. Ну, для кого как. Я, например, с детства мечтала о таком питомце. Ну, просто... Как-то не удавалось его купить. А, понятно. А можешь еще на какой-нибудь вопрос ответить? Пожалуйста. Ох, ну хорошо, доченька. Но это точно не кот. И все, мамочка, ну ответь еще на вопросы. Не могу. Ну, мам, ну это не точное объяснение, что это за питомец. Доченька, мне пора. Мне надо уже идти к заводчику, разговаривать по поводу твоего питомца. Да, да.
Ну, мамочка, доченька, все, я пошла. Можно с тобой? Нет, доченька, завтра ты все узнаешь. Ну, мам! Подожди, еще немного, детка. Ну, мам! Я пошла, веди себя хорошо. Присмотри за сестрой. Сестра! Кто может быть лучше, чем моя сестра из шпионов? Сестричка, а, дя. Дя, ля-ли-ти. Стоп. Я там такое узнала, у нас будет новый питомец. Сделала! Хочу питомца, когда? Завтра, но мама не говорит, кто это. Можешь поиграть в шпиона и выяснить, кто это? Конечно, заплеста. А это кто будет? Знаешь хоть что-нибудь? Да, это будет мальчик. Мальчик, у нас не было мальчиков. Да, и еще это... Ой, забыла. Это не кот точно. О, ну это хорошо, потому что у нас у закоска есть Муся. А как ты думаешь, Муся будет хлясю реагировать на этого питомца? Ой, не знаю. Надо позвать Мусю. А вдруг она что-то знает? Муся! Муся, ты будешь себя хорошо вести с этим питомцем? Хорошо себя будешь вести? Думаю, это да. Ну ладно, все, иди. Ой, как мне интересно тебе. Да, но я могу узнать, как это, кто это. Ну и как же? Ты мне в этом поможешь? Да с удовольствием. Так, у тебя есть своя комната наверху. Ну да. Сбилайся туда. Ага. Мама скоро придет. Хорошо. А ты что будешь делать? А я буду прятаться и подсвуфсывать. Так, спрячусь-ка вот здесь. Вот здесь. Мама не увидит точно. Опа. Так, все, да. До свидания. Ага, все. Так, телефон положила. Интересно, а где же все? Ой, как я хочу ему рассказать об этом питомце. Только надо тихо, а то еще услышит. Это чудесное животное. Муся, только веди себя хорошо. Этот питомец не собака. Он точно тебя не укусит, но он похож чем-то на собаку. Например, своими привычками. Мяу? Ну что, такой питомец похож. Мяу? Не кот. Странно, Рарити обычно всегда у своего зеркала. Фладихар, что ты тут делаешь? Ой, как у нее тут пыльно. Да, в прятки играю. Да, понятно. А где твоя сестра? Что это было? Сестра, я тебе сказала там сидеть! Я упала, не удержалась. Там много у меня игрушек. Так, что-то мне подсказывает, что вы обе хотели следить за мной, да, девочки? Ну, да, мам, ну просто вы чуть фотографию не разбили. Вот что это за поведение? Вы что, хотели узнать, какой это питомец будет? Мамочка, ну да, понимаешь, так хочется уже знать, ну что это за питомец будет? Да, мама, мне тоже интересно. Девочки, ну пожалуйста, ну потерпите, мне самой уже хочется вам рассказать. Но это подарок, сюрприз, не знаю, хотите, называйте как угодно. Девочки, я вам не могу рассказать, честное слово. Быть возможно, я бы уже рассказала вам, но это сюрприз. Так, девочки, все, я иду сейчас на бал, а вы оставайтесь тут. Хорошо? Муся, проследи. Мяу. Все, я пошла. Бал внизу у нас будет. Так. Скоро сейчас все придут. Я пока ваши колыбельки, все вещи сюда поставлю, хорошо? Ладно, мама. Ой. Ну что же нам делать? Мы так и не узнали, что и кто это будет. Но у нас есть возможность. Сестренка, ну какая возможность? Помнишь, мы играли в маскарад? А что? То если... Вот как мы сделаем.
Мама там сейчас все перестанавливает, все там устанавливает. Ну, ведь будет бал, и к ней придут гости. А что, если мы замаскируемся под одного из гостей? Хам! И она, наверное, гостям уже будет рассказывать, что за питомец будет. Да, все, Флари, это клево. А я? Прости, но ты слишком маленькая, извини. Ну, я понимаю, я тогда пойду к себе в кловатку. Ой, все, кловатка моя. Да, молодец. А я буду маскироваться. Начнем. Так, я готов, надо ждать гостей. Ой, думаю, так можно будет замаскироваться, но это еще не все. Уф, надо найти мою шляпу. И еще несколько вещичек. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас все будет готово. Вон и гости подходят. Так, быстрее бы уже начался бал. Ой, надеюсь, мама меня не узнает. Сейчас еще шапочку одену и очки, она меня точно не узнает. Ну вот, я готова, можно идти на бал. Я встала в уголочке, надеюсь, меня никто не заметит, особенно мама. Ну и так начнется бал! У-ху! Здорово! Обожаю бал! Я тоже, и я... Это я... Ой, блин, очечки упали. Я тоже люблю бал, только я не хочу танцевать тут. Ладно, очки без них, мама меня все равно не узнает. У-ху! Как все сияет! И я хочу вам сказать новость. Что у меня будет скоро новый питомец. А какой, я вам пока не скажу. Ну, блин! А, что, простите? Простите, мисс, но вы мне кого-то очень напоминаете. У-у-у! Да, она так на вашу дочку похожа. А как вас зовут, мисс? Ой, вы что, не знаете мое имя? Я мисс... Извините, охрипла. Я мисс Бриллиант. Мисс Бриллиант. Извините, да, приятно познакомиться. Мне тоже. Я узнала, что у вас тут будет вечеринка. И пришла на нее потанцевать. А, ну понятно. Тогда веселимся. Так. Ну, блин, не получилось. А, да? Приехал на вечеринку. Блин, не получилось. Ай, ну почему? Надеюсь, я узнаю. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Как вы думаете, что это будет за питомец? Напишите в комментариях. Всем пока. Пока-пока.